Вот, это паук безумно поймал бабочку, глазок цветочный, прямо на цветке и высасывает ее. Он, видите, паучка, он сидит такой маленький под цветком. Вот так вот. Так что опасно опылять цветы. Вон бабочка летает и не знает, что, может быть, станет жертвой такого паука когда-нибудь. А вот и шмели летают беззаботно там тоже. Вот еще бабочка. А тут бывает, иногда бывает и вот такое.